На телеканале ПС смотрите финальные игры региональной гуманитарной олимпиады «Наследники Ломоносова», победители которой станут участниками всероссийского телепроекта «Умницы и умники». Организаторы турнира — Министерство образования и науки региона и Архангельский областной институт открытого образования. За интеллектуальным поединком школьников следите на телеканале ПС и на сетивизоре портала «Правда Севера». Финальные игры смотрите 22 и 23 мая в 18:00 и 24 мая в 18:30.